обращаться, Александра или Александра Марковна? Как вот вы больше любите? В Тиле была такая фраза, у нас был знаменитый спектакль «Тиль Марка Анатольевича». Угу. И Тиль играл Караченцев, была первая его роль, шикарная, блистательная, сын Михайловны Чуриковой, которая специально приехала, и писал Горин пьесу параллельно, вот они репетировали, а он писал, и там была такая фраза, как к тебе обращаться, Тиль? Он говорил, поговорите просто, эй, ты, эй, ты. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».